Пойдем, ведерко положим на место. Нашлите ко мне здесь. Мы попробовали с утра тронуться. И не тронулись. Ни зад, ни вперед. У нас камешки были, но уже мало. Подсыпали. Сейчас пошли в магазин искать, где здесь тоже можно. Ну, камешки есть. И нашли такие камешки с песком. Тише, ты не убейся. Подошли, там ведерко, совочек насыпали. Я думаю, мы и так выйдем уже с этим песком. Вот эти как лопатки. Подошли, набрали, подсыпали себе. И все хорошо. Вот такой магазин. Алёва, как истинный фин. Шапки, ушанки. Ходим по магазину. Что, ребята, на курицу здесь цены, конечно. Три вот таких окорока в маринаде, 2,94. Курица здесь очень дешевая, не знаем почему, в Финляндии. Вот мы еще будем брать один бокс, вот такой. Так зачем? У нас еще две недели работает, мы это все съедим. 8,50 стоит килограмм, 850. Уже замаринованных ножек. Нашли соль. 800 грамм взять, берем 3 пачки про запас, что пока мы отсюда выедем. Пока мы отсюда выедем, можно будет охренеть. Цепи мы уже одну цепь порвали на машине. Цепи пока тут не помогают сильно. У нас, как всегда, зашли за солью, уже в сладком отделе понабирали конфет. Ребята, открываем соль. Подсолим под колеса, потому что... Мне кажется, что он начался разъедать. Видишь, там соль есть. Что, ребята, проснулись мы. За бортом у нас минус 23, и у нас, блядь, сели аккумуляторы. Позвонили в СОС, сказали, что это за херня. А, минус 22 сейчас показывает. Аккумуляторы на ноле. О, все, по нолям. Перед сном заряжали, ничего не хватает. Позвонили в СОС. Там говорит, что вы врете? Я говорю, да мы заводили за вчерашний день часов на 9 машину только. Короче, стоим, ждем, вот сейчас коллега расшторится, будем прикуриваться от него. Разбудили его. Ой, мороз страшный. А это в этой Лапландии, между прочим, 8 утра. Такая вот темнота. Ребята, коллега нас прикурил. Сидим, набираем температуру. Вообще, ебасто, что-то отключили ебасто, она вообще не греет. На ноге просто газуем, обороты поднимаем, чтобы поднялась вот эта температура. Было с нуля уже до 52 градусов догнали. Так, ребята, остается у нас 2 минуты до 45-ки, и выдвигаться будем в этот ад. Времени сейчас 13:52. Видите, как сильно здесь и не светает. Здесь такое же, как будто бы вечер постоянно. Погода как будто бы постоянный вечер. Утром где-то в 11-10, да? В 10 вот так где-то становится. И в 3 дня уже опять темно будет, да? 2:45 закат солнца, типа, у них. Фонари горят даже вот днем. Все, отстояли 45:01. Ок. Странный фин. Молоточках пару минут и пробуем тронуться. 13:55 мы открыли смену. Записываем это все в блокнот. 13:55. Все, у нас началась новая неделя. Сейчас стоим 2 минутки на молоточках и даем по педалям. Пробуем нашу подсыпку, что мы покупали соль, подсыпали камни. Тронемся мы или не тронемся. Попробуем тронуться.
Оп-оп, ну поехали. Антитанковочка сработала. Все, мы стартанули. 164 километра нам до места. Надеемся, что доедем без происшествий. Заполняем 91.71, остаток топлива у нас 185 литров. Видите, где вы ставили? Взял другой тягач.
М, Y, 8, 2, 3. 2, 3, ввести. Возьмете новый прицеп, да. Подсоединить прицеп, введите номер ГТ-902. Прицеп рефрижераторный, да. Введите моточасы. Хрена себе моточасов. 3 единицы 38. 190 литров. Завершен. У нас планирования дальше нет. Пусто. Мы... А теперь смотрите, где мы находимся. Я вам покажу. Просто, чтобы вы понимали. Это вот наша машинка. Это вот уже Мурманск, Россия. Видите? Здесь уже вот Норвегия. Красная полосочка. А теперь, чтобы вы понимали, вот здесь Хельсинки. Здесь Хельсинки, здесь Эстония, Польша. Короче, на другом конце земного шара. В самом конце мы находимся. Заполярье. Уже Антарктида. Так что вот такие вот, ребята, дела. Все, закрываем смену. Один конец страны Фин. Так, ставим на кроватки, потому что машину глушить мы сегодня не будем. Нам хватило приключений на улице. У нас минус 24, но эта машина стоит на месте. Так, минус 25. Все. Всем доброе утро. Проснулись мы. Отстояли уже 17 часов. Снег мел целую ночь. Сейчас вон трактор чистит стоянку. На табло там показывает минус 8. Сейчас пойдем туда в кафе, сходим в туалет. Там магазин есть, прогуляемся. Вышли в магазин. Вон на баках столько снега, на седле столько снега. Страх. Алена нашла себе друга. Пойдем. О, ножи. Там тоже в том магазине есть ножи. €79 ножи, 54 коротенькие. Лена нашла кота себе. Хочет купить и поиться. А я себе купил нож. Финский ножик за 24,90. Короче, ребята, Алена купила себе кота за 35 евро. Нравится? Покажи нож, какой я купил себе, достань. Финский ножик такой. Именной, острый, просто капец. Коту можно сразу и голову отрезать. Давно хотел себе финский нож, но просто здесь реально крутые ножи, такие с деревянной ручкой, там, чтобы был крутой-крутой. Он стоит реально там 150-200 и выше. Сейчас вам покажу в другом магазине, зайдем. В туалет пойдем, сейчас вам покажу другие ножи, которые сильно нравятся, но я не могу позволить себе их купить. А вот, ребята, другой магазин. А, ну, в принципе, подешевле. Вот, 86 евро. Такой вот мне нравится, крутой. 89, тоже ничего. Здесь тоже самое. Такие ножики. Ну, бог с ним, купили и купили.
Вот тут это уже элитка, наверное, или что это? 69, бля. Что-то мы, наверное, поспешили. Купить. Лучше бы я здесь, наверное, купил. Чуть добавил. А нет, здесь вот такой нож, он синий. Он стоит здесь 34,90. А мы купили за 24,90. Точно такое же. Пришли с магазина, открыли наш финский, думали, это ножки куриные, это, оказывается, у них набор. Здесь и ножки, и бедра, и крылья порубленные, и пахнет такой шашлычной приправой. Сейчас в сковороде это все дело сделаем с макарончиками. Набрали менеджеру, спросили, что там слышно. Говорит, ничего не слышно, никакого задания нет, стоим. Стоим, балдеем, короче. О, ребята, средство передвижения в Лапландии, снегокаты. Бах, и похерачили через лес. Дали нам уже перецеп. Ждем мы перецеп. Вечером должен приехать. Ехать нам сказали в сторону Стокгольма. Адреса выгрузки нету пока. Адрес будет позже. До Стокгольма нам приблизительно 1300. Так что ждем перецеп. Не знаю, будем одевать цепи, не будем. Может, поедем в цепи и километров 350 до четверки, до Швеции поедем на цепях. Всем доброе утро, ребята. Стоим мы дальше. Наш перецеп к нам не доехал. Ожидаем сегодня к вечеру по планированию. Поменялось планирование. Алена в пижаме. Навели порядок. Выбили коврики на снегу. Сейчас решили заварить супца. Варочки, да? Да. Устали сидеть. Хотим в тепло уже. Сейчас стругаем лук-морковочку на терку. Обжариваем и добавляем туда. Так что ждем перецеп дальше. Так что, ребята, позвонили нам ребята с перецепа, разбудили нас уже. 56.14 мы отстояли. Времени у нас два ночи. Ехать нам 1894 километра. Ну, 894 мы сегодня должны проехать, наверное. Заказали виньетку. На улице у нас минус 15. Заказали евровиньетку, чтобы по Швеции ехать. И ждем перецепа. Сейчас через минут 20-25 они будут. Перецепляемся и вылетаем. Так, ребята, остановились поменять чипы. Сейчас поменяли чипы. Сейчас с новым периодом едем до Швеции. Нам осталось где-то 120 километров. Ну, там тоже у нас север Швеции. Так что едем. Хотим сегодня заехать в тепло. Ребята, едем по Швеции уже, наверное, часа 3. Такая же погода, шляпа полная, просто скользко. Заехали, заправились, забрали кондер, что там случилось. Уже кто-то, наверное, улетел или чистят дорогу. Чуть не снесли этот забор. Ну, начали тормозить, но как-то не так пошло.
тоже случилось. Эта бочка нас, кстати, обгоняла. Ребята, едем мы уже, прибавили газу уже до 70 километров. Все равно машину поднашивает немножко. Попадает в эту кашу, все равно ее тягает со стороны в сторону. Немножко стремновато. 16,5 часов мы добрались до более-менее нормальной дороги. Уже час вот едем по такой дороге. Так скользковато местами, там ветер поддувает, но хотя бы уже скорость у нас стала 70-75. Да? Да. Может, хоть чуть-чуть доводим сегодня до 1000 километров пробега, чтобы завтра нам было меньше ехать. Завтра успеть на паром и свалить, блядь, с этой конченной нахуй Скандинавии, блядь. Нет уже нервов ездить. Слава Богу, обошлось у нас все пока что без цепей. Хотя мы уже были готовы одеть цепи и ехать на цепях. Научиться одеть цепи. Их у нас никто ни разу не одевал. Хотели уже пройти обучение. Но отложим на потом. Дней 5, наверное, добрались мы до душа. Довольные, как черти, да? Да. Плывем на пароме уже на Германию. Выбираемся с этих снегов. Вот. Что хочешь сказать? Мы еще успеем сходить в магазин. Сейчас заедем в Германию в магазин, пока успеваем. Сейчас времени еще рано. 16:11. Забежим в Алди, быстренько, может, каких вкусняшек прикупим. И все, едем в Люксембург, в аэропорт на выгрузку. Оттуда, я думаю, что уже будут нас везти домой. Вот так.
нас там суточный получается. Во вторник, по-моему. Да, вторник. Подожди. Вторник. Понедельник. Или. А, во вторник. Мы в среду открывались ночью, да. Во вторник. Так что вот такие дела. Ребята, все. Перецеп у нас отменился в Германии, в Остабруке. Едем мы сами на выгрузку в Люксембург. Вчера ехали ночью. Туман страшный, минус 9. Я думаю, мало ли гололед. Мы все равно никуда не спешим. У нас выгрузка в 8 вечера. Я говорю, давай встанем. Поспим и спокойно поедем по Белому дню. Вот так мы выехали сейчас. Заедем на заправку, Алена покупает кофе домой и себе. И поедем попробуем выгрузиться пораньше. И свалить с Люксембурга в Германию, поближе к мойке. Попросили мойку по Травискоду. Нам дали в Германии, там вроде бы есть туалет, душ. Встанем в Германии и суточно будем делать, чтобы нам с интернетом стоять, чтобы с интернетом стоять нам. А так у нас нет интернета. Ребята, доехали мы в аэропорт Люксембурга на выгрузку. Алене на жилетку нацепили вот такой вот визитер. Вот. Сейчас, надеюсь, нас выгрузят, хотя здесь по отзывам выгружают там, блин, чуть ли не раз в 2 часа один палет. Надеюсь, нас быстро выгрузят, и мы до запрета сможем вернуться в Германию, кстати, чтобы у нас была связь на выходные. И будем выкладывать ролик. Этот ролик будет последний выигрышный комментарий. Потому что следующий уже, наверное, мы будем уже выкладывать дома, уже когда будем в отпуске. Вот. И я надеюсь, что загрузят нас уже домой. Много натерпелись в этой каденции мы. И снега, и гололед, и порванные цепи. И песочек подсыпали, и камешки собирали. Почему так не делали? Месяц у нас получился очень сложный, этот, если честно, по работе. Так, ребята, сейчас по традиции мы считаем наши комментарии. Сначала новые поставили, все как положено. Так, и раз, два, три, четыре. Ой, бля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 комментариев. Сейчас на random.org вводим наших 40 комментариев и выбираем победителя. Заходим на сайт random.org. Вводим число 40 комментариев. Сгенерировать 21. Отматываем вниз и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, где машину мыл в Польше. Пишем победителю.
Так, ребята, все. Это, наверное, был последнее наше видео с розыгрышем, потому что следующий ролик мы уже будем дома, наверное, делать. Всем удачи, снимать, оставайтесь с нами. Да, мы будем продолжать снимать. Дальше, если будут какие-то конкурсы, будем вас ставить в известность. Спасибо, что остаетесь с нами. Всем удачи, всем пока, всем хороших выходных.